сейчас я хочу с вами поделиться тем, что я купила. Я человек, который любит постоянно оздоравливаться. А со мной вместе оздоравливается вся моя семья. Ну вот как женщина готовит, а всю еду кушает вся семья, так и здесь. Вот я пью то, что мне помогает. Пьет со мной вся семья. Посмотрите, вот у нас есть в Павлодаре такая компания, «Источник здоровья» называется она. И прислали мне на такси, потому что курьер у них просто разрывается от заказов. Вот в такой вот коробочке, видите, от Казпочты, компании «Источник здоровья», мне упаковали гидроплазму. Гидроплазма упакована просто в бешеную упаковку. Она не сломается, ничего с ней не станет. Сейчас я расскажу, что это такое. Начну с того, что гидроплазму я покупаю не первый раз, уже, наверное, на протяжении многих лет. Последний раз я ее покупала в 2019 году. Так, что здесь написано? Здесь написано: очищенная природная вода, обогащенная концентратом поливекторной гидроплазмы методом биогенизации. Так, рекомендуется для широкого применения с целью оздоровления населения. От ученого нашего, академика Инюшина. Я давно не брала гидроплазму. Мне интересно самой, что же здесь поменялось. Так, давайте посмотрим, что здесь в коробочке есть. Итак, в коробочке у нас здесь есть сама гидроплазма. Так, гидроплазма. Что еще у нас есть? Должно быть способ применения обязательно, потому что это такая серьезная компания, которая работает с самим академиком Инюшиным. Академик Инюшин, она живет в Алма-Ате. И у нас есть вот так вот у нас пипеточка сейчас. Раньше была пипеточка здесь. Ну хорошо. Так, здесь приготовление. Дозировка. Все, в общем-то, цивильно, понятно. А цена здесь у нас. Теперь самое главное. Почему я решила взять гидроплазму? Ну, так как я очень тонко чувствую. В последнее время очень сильно мне прямо настучится. Информация поступает, что нужно, ну, видимо, поддержать организм, может быть. Может быть, какой-то переход на другой уровень гидроплазмы. Этот продукт я очень уважаю. Он сильный. И не менее как с уважением к нему относиться, мне кажется, нельзя. Многие компании советуют больше употреблять продукта, много употреблять продукта, а эта компания «Источник здоровья» рекомендует дозировать и следить за своим состоянием.